2HP представляет. Салам и всем, друзья, меня зовут Иван, вы на канале 2 хитпоинта, это игра Receiver 2. А судя по названию и по двойке в конце была уже первая часть, возможно я что-то упустил, возможно я чего-то не знаю. Это симулятор оружия, проще говоря. Ресивер это, по-моему, ствол, который возвращается на пистолете туда-сюда, вот этот перезарядный. Да, и, собственно, вся игра заточена на то, чтобы имитировать управление оружием сложным, тяжелым, легким, огнестрельным, неогнестрельным. Все оружие, короче. Нет, все огнестрельное. Ну, давайте, короче, глянем. Вообще должно быть интересно. Мы любим с вами симуляторы, мы любим с вами всю такую штуку. Да и посмотрим свои огнестрельные навыки, проверим на сегодня, как обстоят дела. Я думаю, будет очень хреново, но да не буду загадывать. Пойдем. Нам нужно было не попадаться на синие лучи. Нужно херачить на W, чтобы скакать как конь. Чтобы проскакивать опасные моменты. Окей, проползли. Турель стоит. Турель стоит вот здесь. Я правильно понимаю? Да. На... Что такое? 2 патрона. Да ладно. Очень здорово, очень здорово. Может еще что-нибудь? Может бочку мне дадите? Привет. Будьте аккуратны с турелями. А здесь написано, что это типа килл-дроны, но я не буду называть их килл-дронами, потому что это типа турели. Херачьте по G, чтобы взломать турель. Ну давай. Херачу по G. Ах ты, зараза. Здрасте, 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 извините, извините, что я так без предупреждения к вам подошел. Вас только что убила турель. Спасибо, Кэп. Спасибо большое. А то я прям не догадался. А то я не заметил. Я практически понял, как взламывать турель. Ну-ка, дай-ка еще раз. Дай мне сюда. Надо правой кнопкой. Я левой так не умею. Вот зараза. Нет, тихо, тихо, тихо. Там, короче, что-то на ящике лежит. Мне нужно взломать турель. Вот эта красная полоска, я так понимаю... Хорош! Красавчик. Что-то выпало из турельки. Патрончики. Хорошо. Так, что это у нас здесь? Угу. Это револьвер. И еще куча патронов. Охеренно. Так, ну чё? Ну чё? Чё, кто на меня? Я так полагаю, я видел по трейлерам, да, что это все надо заряжать вручную. Нажмите Е. А Z, чтобы вставить патроны. Чё, каждый, что ли, вставляет? Серьезно? R, чтобы закрыть. И все, и готово. Окей, я тебя понял. Вот еще патрончики. Тихо, тихо, ты чё? Я взвел, не надо. Убери нафиг. Я взвел курок, я не знаю, как это... отразится на моей дальнейшей судьбе, но вообще-то очень плохо. Но, по крайней мере, револьвер из такого положения выстреливает гораздо быстрее. Это я точно знаю, это из вестернов наших любимых. Короче, я не знаю, куда идти. Точно не туда. У нас есть одна турель. Вот там. Вот где синий свет. Где синий свет, там турель. Возможно, мне надо ликвидировать ее. Тихо, тихо, тихо. Тут ящики ты не можешь меня видеть. Ты давай не обманывай меня. А, мне наверх. Есть фонарик? Нет, мне кажется, это не та игра, в которой фонарик на F. Так, пошли обратно. Хорошо, хорошо. Надо... Вот это открытое пространство, но мне сюда точно не нужно. Потому что... Потому что как бы... Может, я выстрелю в нее? Как ты такая резкая-то? О, сука. Бас убил турель, опять говорит. Опять говорит. Опять мне не... Я, это, как его? Уже здесь, да? Я правильно понимаю? Нет. Нет, нужно взламывать опять эту. Хорошо, хорошо. Я, по крайней мере, уже понял. Я научился. Хорош. Просто уже спец по взламыванию турели. Отвечаю. Если нужно взломать какую-то турель, если видел там тебя на улице пристала турель, такая, слышь, чё? Дай эти, как его, закурить. А если найду, вот, то это... Меня зови, я с ними уже
На коротком слове. H это что? А, H или... Или... Это какой? Ага. Это показывает управление. Pull, hammer, hold. Кстати, курок будет... Это курок же, да? Хаммер. Короче, не курок, а вот эту херню, которую я взвел. Это же не курок называется, это называется немножко по-другому. Язычок. Короче, язычок. Ла-ла-ла-ла. Это вот называется хаммер. В принципе, справедливо. Как мне пройти? Ой, я же прыгать могу. Бочка. Хорош. Мне, наверное, куда-нибудь вот сюда? Или где-нибудь здесь залезть? Вот здесь? Е-бэйбэ. Это у нас новый подписчик. Да ёб твою, что ты... Куда ты хочешь, чтобы я попал? И как, главное, как ты хочешь, чтобы я туда попал? Что ты вообще хочешь от меня? Можешь мне объяснить? Хорошо, пойдем обратно. Вон там проход. Вижу там проход. А, так вот проход, вижу. Все. Ага, ага. Короче, нам нужно по-тихому вот здесь вот сесть. Взвести курок. Как там взводить? G. F. Ага, F. И вот так аккуратненько. Главное, чтобы она меня первая не спалила. Ууу, говно резкое, а? Как вот ее? Это обучение или что? Или это последний челлендж на последнем уровне? Игра, ты совсем что ли дурная? Я только начал играть, ты меня... Ха-ха, меня убили. А, я, кстати, патроны не зарядил. Это будет потно, чуваки. Готовьтесь. Берите чаечек, берите пирожочек, берите печенечек и пошли взламывать турель. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас по-быстрому все сделаем. Смотри, уже профессионал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вы не видели, как я херачу на клавишу? У меня, наверное, клавиатура скоро сдохнет от такой интенсивной работы. Так, значит, у нас Е. Z, 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 R. Теперь я готов. Возможно, это позиция, которую я выбрал не... это я зря сделал. Не самая лучшая для того, чтобы убивать ту турель. В смысле, ломать. Пойдемте, я выберу другую позицию. Допустим, вот здесь. Здесь же бок. Турель меня здесь не увидит. Я правильно понимаю? А, вот она прям, вот она. Смотри, смотри, смотри. Говнотурель. Красавчик. Просто красавчик. Uncapacitated. Возможно, это не мертва, а временно выведена из работы, поэтому нужно поторопиться. Нужно ляхами своими быстренько пошуршать, чтобы... When the mind kill comes, you will likely have forgotten everything about your own life before entering the post-mind kill environment. But everything that has become intuition, everything you've made a part of your inner self, the threat, is unable to erase. Therefore, it's important to train until the training becomes so natural that you give it no thought. Correct usage of your firearm has become as natural as breathing for there to be any chance of success. Короче, первую часть записи я не совсем понял, а во второй говорилось, что нужно тренироваться и тренироваться настолько интенсивно и скиллюху нарабатывать настолько много, чтобы пистолет стал продолжением твоей руки. И чтобы вот эти вот попадания стали просто настолько естественными, что ты не имел возможности не попадать. Вот смысл передаю. Я правильно понимаю, нужно шары убивать? Шарик вообще можно было и зубочисткой, если честно, вот так подойти. Вот, как бы тратить патрон револьвера на шарик, это какое-то расточительство. Неимоверно. Ну да ладно, да ладно, мне не жалко. Walk into ladders to climb them. Угу. Подойдите к лестнице, чтобы лазить. Это понятно. Шарик. До свидоса, у меня патроны закончились. Нет, не закончились. А как... А как проверить, закончились вот они? Вот у меня какая-то... Ну давай я вытряхну. Ну а вдруг там есть патроны? Как на В. На В. Так, Z, 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 Z. Хотя как так-то? Ну да, нормально. Так, R, погнали. Так, здесь ничего нет.
А что у меня за слоты? Вот empty, empty, empty слева снизу. Типа от 1 до 5 и все empty. У меня другое оружие что ли будет? Space to run and jump. Ага, ага. Херачи говорит на W, чтобы бежать, а потом на space, чтобы прыгнуть. Красавчик. Слушай, прикольно, сделали бы онлайн какой-нибудь режим. А-а-а! Тихо, 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 тихо. Да что ты делаешь? Не, два раза пробил. Ой, два раза W нажимать — это вообще плохая идея в этой игре. А получается иногда. А в сторону ты не бегаешь. Хорошо. Угу. Ну-ка, ся. Ну-ка, мы сейчас по-хитрому сделаем. Смотри. Здравствуй, турель. Здравствуй, турель. Сейчас мы тебя будем взламывать. До свидания, турель. Есть что? Ну, даже ничего не выпало. Так, тап. Что написано? Emergency, выход запасной. Не запасной, это какой? Пожарный выход. Не блокировать, не заставлять никакими своими тут бочками, коробками. И подобной утварью. Мне пока нравится. Пока такие квесты. Я так и не понял, правда, обучение это или уже какой-то... Испытание. Здравствуйте, женщина. It is vital that you know that you are not dreaming. This is real. This is the time you have prepared for. Угу. Где-то это не сон. Ты уже здесь. Нажмите на что-нибудь, чтобы продолжить. Короче, какой-то результат я достиг. Что-то я сделал. Шарики вроде я нашел. Шарики я застрелил. Все нормально. Больше мне ничего не доверят. Теперь я турель. Нет, нет. Опа, теперь я нашел фонарик. Так, use hold by pressing hold back to... Угу. Можно типа одновременно с фонариком... Ага, это вот так, это типа вот эти голливудские полицейские, они вот так делают, типа фонарик берет, как-то вот так он заводит и вот так стреляет. Ай, провода, провода, это очень неудобно. Я так понимаю, не обязательно стрелять. А что так лагает? А чё ты лагаешь? Ну-ка это перестань, чё у тебя там? Не знаю, какое-то место в игре, оно просто лагучее, это нужно пережить. А, из шариков выпадают патроны, ты понял? Ты понял? Так, что есть у нас? Это какая-то территория завода. Явно какой-то заброшенный. Идеальное место, чтобы потренироваться в стрельбе. Идеальное, отвечаю. Вон еще шарики. Но мне до них еще... Хотя нет. Это лаунж-зона. Комната отдыха. Игровые автоматы. Можно поиграть? Зачем? Зачем ты так сделал? Сейчас напишет, тебя убила турель. Ага. Видишь, я уже знаю, я уже настолько опытный. А какая меня тролль любила? Я пардоню. Я как бы был здесь. Ящик. Вот здесь она? А, наоборот. Наоборот, подожди. Вот там тролль. Сейчас вот не понял, какая турель меня убила. Ну-ка, выключи фонарик. Мне и так нормально. Я ее сейчас найду. Я ей сейчас все эти... выдерну. Ноги все, на которых она стоит. Ну ладно, ладно, хер. Может, там на втором этаже где-то? Ну, нам, собственно, туда. Погнали. Блин, интересно поиграть в первую часть, отвечаю. Может, она какая-то более такая сбалансированная, более оптимизированная и будет нормально себя вести. Как-то непонятно, куда идти. Вот что, здесь очень большая территория. Здесь типа, иди куда хочешь, прям развилки, разветвления и не ведут тебя коридором куда-то в конкретное место. И так можно нахер заблудиться, я тебе скажу. Свет. И страшно, несмотря на то, что я знаю, что кроме турели меня ничего здесь ожидать вроде не будет. Все равно как-то страшно, какой-то заброшенный завод.
Может, здесь призраки есть. А против призраков... Еще музыка такая, кто-то воет. А против призраков, я тебе скажу, пистолет так себе. Подспорье. Легче, мне кажется, заорать, завизжать. Тогда призрак... Вот, я видел ее. Я ее видел. Надо успеть. Здесь уже не успею. Ах ты, собака. Ну-ка, стой. А здесь ее не видно, да? Ну, я вот так могу сделать. Ага, могу я так делать, конечно. Сделал уже 10 раз. А, один есть патрон. То есть, подожди. Да был же там патрон один, алё. Вот дрень. И вы были застрелены. Именно ей. Именно так. И никак иначе. Соберите 5 кассет. А, миссия, ты смотри. Ты смотри. Миссия, это уже хорошо. Миссия, это уже хоть уже что-то, чем просто бродить по этому заводу. Где мой пистолет? Бесцельно. А фонарик? А мне давали фонарик. Отвечаю, давали фонарик. Сдохни, тварь. Я знаю, что ты не умеешь сдохнуть. Я не можешь сдохнуть, потому что ты... Да вы куда понаставили их-то? Алло. Ничего не знаю. Она меня застрелила. Прям с первого раза. Короче, игра очень ведет себя плохо, очень неоптимизированно и как-то начинает лагать уже на втором уровне. Я просто хотел вам показать, что она из себя представляет. Она на самом деле веселая. Может, это у меня как-то она нестабильно пошла, может, ее следует переустановить. Я хер знает. Но меня уже не устраивает, как она выглядит. Но определенно идея очень классная и интересная тем, кто заморачивается по оружию. Это прям вообще must have. Вот. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. Пишите, как вам видосы с камерой или без камеры. Какие больше заходят, какие интереснее смотреть, какие менее интересные, какие более интересные. Вот. Все. Всем пока.